Когда вырасту, обязательно открою салон красоты. Все будут в восторге. Давай подровняем кончики. Вот, тебе очень идет. Малышка, это тебе. О, спасибо, мам. Только уберись у себя. Тебе уже негде сидеть. Ну ладно, за Барби да. Посторонись. Хи-хи. Время большой уборки. Соберу все разом. Вам не убежать от прожорливого пылесоса. Крошка, подожди, я тоже тут. Только не это. Оу. Моя голова, она раскалывается. Ну и денек сегодня. Фу, где я? Эй, малышка. Ну привет, Барби. Выходи. Оу, снова мусор. Так не пойдет. Что-то меня разбросало. Эй, я тебе не подушка. Хочешь проблем? Ты их уже нашла. Нападай. Какая дерзкая. Я тебя проучу. Ха, не попал. Ну все, ты меня достал. Боевой режим активирован. Бум. Ай, мой глаз. Оу, вот же надоеда. Хватит меня преследовать. Вот оно что! Я снова смогу стать Барби? Нужно лишь вернуть прежний вид. За дело! Начну с мейкапа. Ха? Как обстоят дела? Вот ужас! Я так хожу? Это срочно нужно исправлять. Да, одна бровь хорошо, но две все-таки лучше. Тут уже не обойтись без пинцета. Уберем все лишнее. О, да тут целый газон. Но я все выщипаю. Вау, как круто! А? Что дальше? Ой, как все запущено. Этот боевой окрас мне ни к чему. М-м-м, не оттирается. Тут нужны средства посерьезнее. О, может, протереть тряпочкой? Попробую. По-моему, стало только хуже. Я все только размазала. Гадость. Что это? Зачем мне тряпка, когда есть пылесос? Собирай водичку. О, только не это. Оу, кажется, мне повезло. Оу, ну нет, нужно вытереться. Ух ты, я чувствую себя так свежо. Ха, что осталось? Что? Помой меня. А, ну ладно. Трум-трик. Сколько пыли, зато теперь у меня ровный тон лица. От этой упаковки столько проблем. Но пылесос со всеми ними справится. И как люди без него жили? Сколько тут еще этих блесток? Ох ты, как здорово! Какой крутой мейк! Ха, мне очень нравится. Думаю, дальше нужно заняться прической. Откроем каталог. Угу, время менять стиль. Хочется что-то смелое. Думаю, кудряшки то, что надо. С формой мы определились. Теперь смажем все хорошенько клеем, чтобы волосы не спали. О, готово. Мне не хватает материалов. Как ловко. Обед. Что сегодня? Каша. Бэ, я ее просто ненавижу. Гадость. А, пылесос, бон аппетит. Надеюсь, ты не против. Ого, как круто. Это просто чудо. Как и моя новая прическа. Трум-трик. Оу, интересно, но не мое. Нужно что-то другое. Попробую классическую прическу. Мне всегда шли длинные волосы. Может, сделать челку? Ну и, конечно же, я буду натуральной блондинкой. Хи, трум-трик, нужен бантик. О, совсем другое дело. Но я хотела бы их чем-то украсить. Я что-то придумаю. Попробуем слинки. О, но мне столько не нужно. Я возьму только маленький кусочек. О, точнее, отрежу. То, что надо, соединим их. Вау, как круто! Мне точно пойдет. Готово. Выглядит шикарно. Я все ближе к своей цели. Я в себе не сомневалась. Ой, я сегодня ничего не ела. Пора перекусить. О, что это там? 7 дней. Что? А, Барби! О, ты меня напугал. Чур это мне? А, вкуснятина. О.
Погоди, она убрал руки. Это мой ломтик. Но он последний. Значит, самый вкусный. Рам. Ты такая прыгучая. Ой, что с ним? Это проклятие пиццы. Пожалуйста, ребята, поставьте лайк под этим видео. Пицца сама выбрала меня. Уже иду. О, нет. Ребята, прошу, поторопитесь. Пожалуйста. О, я выбралась. О, моя рука. Не это ищешь? Верни. Эй, ты куда? А, решила со мной поиграть? Ты не с той связалась. Пора вытравить вредителей. Выходи. Будет громко. Ну, забирай. Моя рука, я по тебе скучала. Ну а теперь поговорим по-другому. Ты мне больше не помешаешь. Теперь ты морская свинка. Тебе ясно? Не мешайся под ногами. И не вздумай бежать. Так, продолжим. Теперь нужно понять, что делать дальше. Хай, манекен. Это из-за этого монстра я здесь. Я ему этого не забуду. Ох, тебе должно быть страшно. Нужно привести себя в форму. Я ему спуска не дам. Слишком быстро. Решил схватить, но я не боюсь. Я из тебя спагетти сделаю. Ну, держись. Я стану твоим ночным кошмаром. Раз. Два. Ох, моя пицца. Какая же я злая. Тренировка окончена. Я снова милашка. Но с тобой я разберусь. Тебе крышка. Дом у дороги. Это еще не все. О, да. Вот тебе комбо. Я готова? От моего пинка никто не уйдет. Разве я не прелесть? Вы только взгляните на эти бицепсы. Что? Вот это поворот. Не могу поверить. Ты что, предатель? Я с тобой разговариваю. Я до тебя доберусь. Мы еще не закончили. Ну-ка, вылезай оттуда. Он что, забился? Как его выключить? Полная мощность пробьет засор. Ой-ой! Моя пицца! О, только не снова. Фу, ребята, помогите мне. Я... отойди! Фу, пронесло. О, Барби, а с тобой не соскучишься? Хе, у меня есть идея. Поиграем в ниндзю, и ты будешь сюрикеном. Получилось. Избавимся от улик. Может, платье? Ой, кто выключил свет? Что это? Ха, отлично. Я могу сделать себе новый наряд. Пару надрезов. Теперь подошьем по размеру. Это самое сложное. Я гипнотизер. Не сейчас. Сперва платье. Ну что, по-моему, неплохо. Я прирожденный модельер. А как вам мой новый наряд? Ставь лайк, если хотели бы такой же. Но почему ты не работаешь? О, ты так мне нужен. Ого, это что, землетрясение? О! Могло быть и хуже. Пора возвращаться к превращению. Нужно попробовать другие глаза. Каких цветов тут только нет. Ого, я слышала про третий глаз. Но это перебор. У меня зрение как у мухи. Это слишком. Так намного легче. Как насчет красных глаз? Должно быть прикольно. Слишком агрессивно. Может, зеленые? Я таких ни у кого не видела. Но нет, слишком странно. Я знаю. Нужно просто подчеркнуть мой настоящий цвет. Синий идеально подойдет. Надеюсь, будет хорошо. Вау! Так намного лучше. Трум-трик. Ничего себе. Выглядит действительно круто. Вкусно, но так мало. Ладно, не пропадать же пакету. С ним еще можно поиграть. Бабах! Ой-ой, нужно быть начеку. Не зря я Барби морской котик. Меня ничего не напугает. Пусть только попробуют ко мне сунуться. Они горько пожалеют. Берегитесь, я иду.
Пока-пока. Вам не сдобровать. Это, конечно, не то, что я ожидала, но тоже сойдет. Если опасность миновала, можно заняться другими делами. Как насчет нового браслета? Сперва закрепим трубку. Теперь делаем надрез. Ух, поднажмите. Супер. Можно переходить к покраске. Как мило. Но я знаю, как сделать еще лучше. Больше украшений. Камни так красиво переливаются. Вау. Не хватает только яркой ленточки. Продеваем ее вовнутрь, лишь бы не застряла. Вытянула. У меня получилось. Вау, на руке смотрится еще лучше. Можно вычеркнуть еще один пункт. Ох, как же я устала. Что это? Неужели? О, так я и знала. Кен? Не смотри на меня так. У нас все серьезно. Ага, за что ты так со мной жесток? Ой, бусина. Они мне могут пригодиться. И мне нужно их много. Без лука тут не обойтись. За дело. О, слезы текут рекой. А этого мне точно хватит. Еще нитки. Можно начинать. Нанизываем бусины на нитку. Какая прикольная игрушка получилась. Так завораживающе. Ладно, поиграю чуть позже. Трум-трум-трик. Вау, какой красивый пояс. Смотрится отлично. А вас двоих нужно разлучить. Решила увести у меня парня. Он тебе не подходит. А вот бобрихи еще как. Мир да любовь. Открывайся. Ой, о нет, Скитлз. О нет, правило 3 секунд. Я не успею. Почему этот мир так жесток? О, конфетный дождь? Тут понадобится зонтик. Ух ты, сколько конфет. А теперь... Трум-трум-трик. Вау, какой чокер. Он отлично впишется в мой гардероб. Список почти готов. О, мама не должна увидеть этот беспорядок. Почему именно сейчас? Ты снова сломался? Эх, придется найти неполадку. Эй, что это? Откройся! Только не это! Неужели снова? Я снова нёрд. Наверное, контейнер уже полный. Ого, где это я? Малышка? Я ей совсем не нужна. И что мне теперь делать? Ой, ходить с таким лицом никуда не годится. Пора показать настоящую себя. Не бойтесь. Сперва нужно нанести маску. Добавим специальный крем. Отлично. У прыщей нет шансов. Посмотрим, что вышло. Вуаля, уже лучше. Теперь подровняю брови. Подберем повседневный мейк. Неплохо, но можно ярче. То, что надо. И, конечно, помада. Трум-трик. Ну что за красотка? Вау, чувствую себя как новая. А какой цвет глаз мне подойдет? Может, этот? Как насчет красного? Лучше останусь голубоглазой блондинкой. Ну как вам? Вау. Тебе подлить чаю? Это мой любимый. Только смотри, не обожгись. Он очень горячий. Угощайся. Я забыла, ты же не пьешь чай. Почему так пахнет жасмином? Надо сушиться. Нельзя ходить с мокрой головой. Я же не хочу простудиться. Теперь можно подумать о новой прическе. Давно хотела попробовать снежный блонд. Как думаете, мне пойдет каре? А мне начинает нравиться. Не хватает только бантика. Трум-трик. Совсем другое дело. Так здорово, правда? Оу. Эй, ой, я проголодалась. Полка с хот-догами, выручай. Не забудем кетчуп. Приятного аппетита. Ой. Как классно. Что? Кровь? Кетчуп. Прости, пожалуйста. Ничего, мне давно пора сменить наряд. Я помогу. Эй,
Эй, не волнуйся, я быстро. Оу, ты делаешь только хуже. Перестань. Ты права, прости. Может, хочешь кусочек? А? Спасибо, я на диете. Тогда ладно. Да уж. Ух ты, я знаю, чем заменить грязное платье. Ага. Сперва нужно нарисовать новое. Уверена, оно получится восхитительным. Ага, отлично. Теперь вырезаем по контуру. Тром-трик. Есть. Слишком банально. Может, это? Нет, слишком мрачно. Что еще? Вау, оно идеальное. Как здорово. Я самая настоящая принцесса. А? Мама? Фу, это что, каша? Барби, разберись с ней. Понимаю тебя. Прощай, жвачка. А? Ой, что это? Фу, такое вязкое, ну и гадость. Надо это отмыть. Или хотя бы оттереть. А, отстань от меня. Не получается. Идея. Так выйдет. Да что это за жвачка такая? Точно, я знаю лайфхак. Понадобится немного льда, и жвачка отстанет сама. О, вау, так гораздо легче. Почти все сняла. Вау, идеально. Секунду, кажется, моим рукам досталось. О, какие же они сухие. Просто кошмар. О, придумала. Увлажняем их в аквариуме. Добавим жемчуг. И лосьоны. Вот это шоу. И куда без розового? Мои руки будут в восторге. Погружаемся. Вау, как приятно. Я чувствую, как они становятся мягче. Как круто. Послушай, кто-то должен возить в школу. Пора учиться. Ой, подожди минутку. О, ужас. Что случилось? Давай, я помогу тебе выбраться. А? Спасибо, я очень на тебя надеюсь. О, что же делать? О, эликсир силы. О, как крепко закрыт. Какая сила нужна, чтобы его открыть? О, ну давай же. Погодите, тут есть инструкция. Ага, я все поняла. Нужны лайки, чтобы открыть ее. О, я надеюсь, ребята нам помогут. Поставьте лайк под этим видео, и тогда я смогу спастись. Да-да, а я стану очень сильной. Просто поставьте лайк, пожалуйста. Взгляни, получается. О, поторопитесь, я долго не продержусь. Давайте поднажмем. О, у нас вышло. Вы лучшие. Вперед. Малиновая. Рар. Попробуем теперь. Трум-трик. Ого, да я Халк в платье. О, спасибо. Рада помочь. О, как неловко. Может так? Вау, какое крутое кольцо. Это что, рубин? И бриллианты. О, подожди. У меня кое-что для тебя есть. Где же оно? Ага, нашла. Тебя-то я искала. Отлично, крутейшее кольцо. Держи. Вау, какое классное. Сидит роскошно. Ну, не очень. Давай исправим. Это то, чего не хватало. Ага. Теперь идеально. Ого, спасибо тебе. Давай пять. Хай-файв. О, я так устала. Тебе никогда меня не победить. Отдай конфету. О, берегись. Фу, куда ты ее подевал? Ой. Не время лежать. Ох. Нет. Моя конфета. Так она твоя? Забирай. Оуч, жадина. Что? О, хай, монстр. Прекрати так делать. Убирайся, монстр. Да, и не смей меня больше будить. О, он уже ушел. Все, ок. А что это на полу? Ого, сколько крышечек. А знаешь, думаю, они мне пригодятся. Я уже придумала, как их использовать. За дело. Мне понадобится немного блеска. Угу. Кого я обманываю? Много. Так ведь красивее. О, теперь закрасим все баллончиком. Ага, пшик, и вам немного. Вау, осталось сдуть лишнее. Это ураган Барби.
Теперь все блестяще. Отлично. Можно приступать к следующему этапу. Из сетки вырезаем макет сумки. Супер. Складываем стенки вместе. Добавим ремешок. Ага. Оборачиваем ее розовой бахромой. О, какая прелесть. Что же дальше? О, крышечки. Вас мне не хватало. О, да, мне уже нравится. Но как вам? Правда супер. Кто здесь? Ого, откуда у тебя это? Я сама сделала. А можешь еще сделать что-то на перекус? Да, я бы тоже подкрепилась. Кажется, нашла. Пицца. Ты только посмотри на этот слайс. Ха, меняю на пончик. Я поделюсь. Приятного аппетита. Уже слюнки текут. И у меня. Обожаю пончики. О, тогда чего мы ждем? Как аппетитно! О, ты права. Я тоже попробую. Ух ты, какой сладкий. Объедение. О, и не говори. Что будем делать теперь? О, что-то меня в сон клонит. Пойду прилягу. Ну да, посуды же нет. Тоже отдохну. О, да, мои сокровища! А, таракан, спасите! Что делать? Эй, ты, проваливай. О, пицца! Я не доела. Это мое, верни. Ни за что. О, хочешь пончик? Пончик? Дай, пожалуйста. Поймай его. Ага, он мой. Фу, какая гадость. Кажется, он отстал. О, какие-то проблемы? Уже нет, все хорошо. А, ну тогда ладно. А, что это? Думаю, мы можем что-то придумать с этим. Держи. О, где-то я это видела. У меня есть одна идея. Нужен клей и кнопка. Конфетка и камень. Отлично. Соединяем их. Ну вот. У меня есть сережки. Вау, как круто. У меня никогда таких не было. Тогда они созданы для тебя. О, куда она побежала? Ого, Барби. Модель пирсинг мастер. Не двигайся, это быстро. Вуаля, какое красивое. Ему давно не хватало сережки. Делаем прокол, теперь все готово. Ну как тебе? Вроде неплохо, посмотри сама. О, как круто, спасибо. Можно фотку? Без проблем. Улыбочку. Отлично. А, может так или так получилось? Показывай. А, что-то есть. Эй, меня же совсем не видно. Стоп, что это за запах? О, вау, какой аромат. Хочу пахнуть, как ты. Ты меня смущаешь. О, вот, мои любимые духи. Фу, а, ты не ушиблась, Рич Барби? Все хорошо, не устояла перед ним. Готова? Ага, пшикай, ну уже. Окей. Эй, что такое? Сейчас починю. Оу. Ух ты, вот так парфюм. Чувствую себя на 10 из 10. А что вы скажете? Аромат. Кай, крошка, я здесь. Помнишь меня? Это я, Барби. Кен, ты бесполезен. Не слышит? Я все равно до тебя достучусь. Эй. Что это было? Я тут, малышка. Ничего себе, до тебя не узнать. Может, ты и водить научилась? Сейчас проверим. А Кен составит компанию. Вау, отправляемся в путешествие. Хорошей дороги, ребята. Вау, Кен, я так счастлива. Я тоже, Барби. Эй, ты заслоняешь мне вид. Не мешай. Откуда здесь летучая мышь? Эй, моя прическа. Глупая мышь. Что это было? Кен, что же мы наделали? Нельзя оставлять дом в таком виде. Оу, я уже молчу про машину. Мой любимый кабриолет. Тром-трик. Ого, ну и дела, мадемуазель. О, нашел. Без тебя как без рук. Вау, какой галантный. Это мне? Такой красотке. Упс, кажется, вы что-то обронили. Теперь полный порядок. Не благодарите. Готова, как новенькая. Эй, а ты еще кто? Мадам. Ну-ка, убрал от нее руки.
О, неужели они устроят за меня дуэли? О, мой герой! Да как ты смеешь? Эй, мальчики, не надо! Займитесь домом, ясно? Тоже мне! Неплохой материал. Думаю, сгодится. Ты куда его понес? Это мое! Верни! О, ну так тоже неплохо. Аш, ты только мешаешь. Я первый дострою дом. Ха, тут не помешала бы лишняя пара рук. Хорошо, что я прихватил их из дома. Две руки, хорошо, а четыре круче. Пора вас чем-то занять. Отлично, этому вампиру меня ни за что не обогнать. Ха-ха. А неплохо выходит. Неплохо. Ха-ха. У тебя совершенно нет вкуса. Пора показать ему мастер-класс. Зубодробительный ремонт. Пуск! Трум-трик! О, ну и бардак мы тут устроили. Но с этими двумя парнями мигом справимся. Как же мне повезло. Вуаля, стена готова. И даже не вспотел. Ха-ха, ты просто посмешище. Давай помогу. О, какой негодяй. Ха-ха, ты мне льстишь. Давай я тоже протяну тебе руку помощи. Ауч, не распускай руки, Кен. Я тебе такое сейчас устрою. Эй, успокойтесь, вы еще не закончили. Давайте поднажмем. И взяли. Я все сделаю, Барби. Ты такой сильный. Да пустяки, я одной левой справлюсь. Давайте поставим крышу. Эх, кажется, я что-то забыла. О, Барби, я с тобой. Эй, вернитесь, я так долго не удержу. Воу. Вау, сколько искусства. О, Пуччи, это будет шедевр. Смотри, посетители. Невероятно. Добро пожаловать в мою галерею. Вы красивее всего, что тут собрано. О, вы такой милый. Ну что вы, ха, моя новая муза. Я просто обязан вас нарисовать. Подвинься, Мона Лиза. Твое место займет Барби. О, восхитительно. Спасибо, я еще и так могу. И вот так. О, не останавливайтесь. Готово, белиссимо. Только посмотрите. Это не очень на меня похоже. Какая я некрасивая. Что за чудовище? Это не Барби. Возмутительно. Убирайтесь. Ха. Подожди, Пуччи, я разберусь с ними. Все в порядке, дорогая. Что он задумал? Я вас не прощу. Получайте. Да что с тобой? Прекрати. Каждый может обидеть художника, но не каждый после этого остается целым. Да он ненормальный. Краски закончились. Ого, а это и вправду шедевр. Мне нравится. Повесим ее в новом доме. Что? Фу, мазня. Какой странный. Ну и ладно. Теперь тут станет куда красочней. Парни такие молодцы, что поставили стенки. Ох, Барби, какая ты чудесная. Меня посетила прекрасная мысль. Я должен сделать вывеску. Аш, я тебя уделаю, шипелка. Это мы еще посмотрим. Я первый сделаю вывеску. Тем более все под рукой. Вырежу ее из листа пенопласта. Надеюсь, Барби понравится. Буквы готовы. Отдай! Да как ты смеешь? Этого мне не хватало. Пора раскрасить их. За дело. Не хотелось бы тут все запачкать. Ха, выходит замечательно. Получилось. Благодарю. Ха. Эй, и добавим немного глиттера. Просто блестяще. Какие же они милахи. Барби заслуживает только самого лучшего. Готово! Верни! Не дергай их! Барби будет моей! А вот и стенд. Давайте расклеим буквы. С радостью! Только не перепутай порядок. Отстань! Неплохо получилось. Абсолютно согласна. Как же мне нравится. Спасибо, мальчики. Думаю, это она мне. Не поясничай. Сам такой, как маленький ребенок. Не ссорьтесь, мальчики. Ты, я слышал. Я тебе не по зубам. Ого, ну и рука. А у меня... Ха-ха-ха. Тебе до меня далеко. Я Кевин по прозвищу Силач. Подержи. Ох, действительно тяжелая. Упс. Не могу на это смотреть. Позор. О-оу. А с ним придется повозиться, но я не сдамся. Ты понял? Ха, не пугай. Пусть он и сильный, зато я гибкий. Эй, вампиришка! Что с тобой? Вот, настоящая сила. Сила растяжки. Ну и как это тебе поможет? О, придумал. Ты так намного компактней. Тебе пора на запчасти. О, выпусти. Пока-пока. Ты не видел Кена? Он попросил меня вынести мусор. Спасибо, Кевин. Привет. О, монстр!
Нет, мы соседи, и у нас есть подарок. Макияжный столик для Барби. Вау! Это невероятно! Спасибо вам! А что с твоими волосами? Тебе нельзя так ходить. Давай я все исправлю. Присаживайся. Ненавижу беспорядок. Ну, как тебе? Груминг, подарок. Спасибо тебе. О, какая прелесть! И не говори. Теперь точно никаких сомнений. Леди Баг, ты согласна выйти за меня? Поздравляю. Ну, конечно. Спасибо тебе, Барби. Прощайте. Эх, кто бы мне подарил кольцо? Я так его жду. Смотри, что я принес. Ух ты. Торшер и плед для уютных вечеров вместе. Как круто. Еще бы. Я просто счастлива. Уверен, что она уже от меня без ума. О, Кевин, я тебе так благодарна. Это еще не все. Как насчет добавить немного романтики? Знаешь, когда я тебя встретил, я не мог поверить своему счастью. Ты меня смущаешь. Как он мог со мной так поступить? Эй, чем вы тут заняты, а? У нас заканчиваются свечи, но это не проблема. Хорошо, что я взял воск оплав. Сперва добавим основу. А тут жарко. А затем твой любимый цвет. Хорошенько размешиваем. Какая красота! Отлично! Теперь подготовим форму для заливки. Одну минутку. Можем заливать воск. Занятно. Я тоже так могу. Это тебе, Барби, handmade. Кен, так мило. Уже готово. Нельзя хмуриться, а то еще морщины появятся. Хорошо, что у меня есть расслабляющая маска. Угу. Готово. Можем достать нашу свечу. Посмотрим. Вышло довольно неплохо. Кевин, ты просто невероятен. Спасибо и ты. Самое время зажечь ее. Но перед этим, Барби... О, кольцо. Я согласна. Ты о чем? Это для нашей свечи. Это еще и подставка для украшений. Согласись, неплохо придумано. Ну... Ну разве я не гений? Может, Кен догадается? О, мне пора. Ничего себе, какой Кен красивый. Но Кевин... Или все-таки Кен? А! Пошли за мной скорее. Вечеринка просто улет. Спасибо, что позвала, подруга. Оу, снова он возле нее? Позволь пригласить тебя на танец. Я этого не потерплю. Подержи. Ты доигрался, кровосос. Отойди от нее. Кем ты себя возомнил? Тот же вопрос. Хочешь разобраться? Еще как. Ну, тогда разберемся. Эй, парни, объявляю танцевальный баттл. Тут мне точно равных нет. Не зазнавайся. Если ты не знал, то это я придумал Макарену. Так что тебе не победить. Этот раунд точно за мной. Ха-ха. А? С дороги! Твой танец устарел. Дорогу новой школе. Ха! Называй меня Диско-Ураган. Вперед, Диско-Ураган. Ты мне не ровня, клыкастый. Кен, король танцпола. Усёк. О, можно я тоже попробую? Как весело. А теперь давайте все вместе. Ха! Повторяйте за мной. У вас отлично выходит. Ну же. Энергичней. Какая крутая все-таки вечеринка. Ха-ха! И финальная па. Оу, они оба так хороши. Кого же мне выбрать? А, мне нужно время. Трон-трик. Начнем с Кевина. Не хочешь погулять? Ха, с огромной радостью. Ты такой романтик. Для тебя. Фу, что угодно. Фу. Какой джентльмен. Мы на месте. Как насчет серенады? Вижу, ты не против. Как красиво. О, Кевин. Секунду, что это? Занятная вещица. Она идеально будет смотреться в твоем доме. Ты согласна? И кто это выбросил? О, подожди. Думаю, нам нужна небольшая пауза. Фу, пронесло. Надеюсь, Кен проявит себя лучше. Эй, Кен, прогуляемся. Еще спрашиваешь? Ну, конечно. Кен, а ты умеешь удивлять? И это еще только цветочки. Ха-ха.
Я так больше не могу. У тебя хоть Барби. А что ты еще для меня приготовил? Когда я смотрю на тебя, мне хочется петь. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm a Barbie. Хаги. У меня обед, не мешай. Остановись. Чуть не испортил. Это для тебя, моя дорогая. О, все происходит слишком быстро. Пора притормозить. Я скоро вернусь. Ну и кого же мне выбрать? А, что это? Эй, Барби, смотри, что я забрал из салона. Может, прокатимся? Фу, еле донес. Осталось установить. Твое счастье бесценно, Барби. О, Кен, спасибо. Или, может, Кевин? Почти готова, Барби. А ну, стоять! Я даже не знаю. Ребята, а как вы считаете? С кем из них я буду счастлива? С Кеном или с вампиром Кевином? Напишите свой вариант в комментариях. Без вас я не смогу выбрать. Что это? Барби, ты выйдешь за меня? О, какое красивое. Не такое, как ты. Что скажешь? Я согласна. Как же я рад. Обожаю тебя. Я не понял. Барби, ты должна быть моей. Аш! Не трогай нас! Ар! Мои клыки! Мои драгоценные! А, вот оно что! Ты не это случайно ищешь? Не видать их тебе! О, это непоправимо! Трум-трик! Я тебе этого не прощу, Кен! Как я рада, что мы вместе! А неплохо получилось, согласись! Это просто дом мечты. Все в моих любимых цветах. А какой дизайн? А эта вывеска просто нечто. Даже не представляла, что выйдет настолько красиво. Мне тоже нравится. Спасибо, Кен. Эй, что происходит? Держись. Вот и отлично. Мы на месте. Подождите меня тут. О, где мы? О, Кен, посмотри. Давай поможем малышке. Конечно, пошли. Малышка, а чего ты плачешь? Тебя кто-то обидел. Не грусти, давай лучше зайдешь к нам в гости в Барби Хаус. Ну вот мы и дома. Вау, как тут красиво. Хочешь, мы сделаем и тебя красивой? Идем. Смотри, это самый короткий путь. О, вы готовитесь к превращению? А мы сможем убрать эти прыщи? Думаю, что да. Ну, конечно, дорогая. Сотрем их с твоего лица. Я так каждое утро делаю. Я тоже, только пользуюсь наждачкой. Освежает. Что? Вы в своем уме? Это же опасно. А, разве? Ну ладно, у нас есть план Б. Минуточку. Нашла моя супермаска. Ух ты! А как она работает? Я пока ничего не чувствую. Не волнуйся, можем ускориться. Давай просто нарисуем ей чистое лицо. Кен, ты гений. Еще и художник. Ага, еще чуть-чуть. Идеально. Посмотри, она совсем как мы с тобой. О, куда же я попала? О, сработало. Прыщи высохли и отпали сами. О, так тоже неплохо. Воу, что происходит? Ребята, держитесь. Кажется, это землетрясение. Вы только посмотрите. Кажется, наша куколок укачала. Но я о вас позабочусь. Ха-ха. Здесь вас точно никто не увидит. Избавиться от врагов и заработать – это мне по душе. Ух ты, привет. Может, посоветуете мне что-то? Конечно, есть отличное предложение. Вы обязаны это увидеть. Я вам что, маленькая, чтобы в куклы играть? Ах так, посмотрим, кто будет играть с тобой. Ха-ха. Ну, конечно же, я. О, что вы делаете? Где книга жалоб? Оу, не нужно сопротивляться. Вот так уже куда лучше. Тоже пойдешь на продажу. Угу. Избавлюсь от всех врагов разом. О нет, какой ужас. Не могу смотреть. Я тоже. И я. Ой, что это? Эти черные точки уже достали. Не кипятись, у нас есть отличное средство для тебя. Это отпариватель для лица. Попробуй, и можешь забыть про черные точки. Не поняла, он что, сломался? Я знаю, что нужно сделать. Набрать воды. О, я даже вижу, откуда. Эй, никто не видел Спанч Боба? Думаю, он будет не против. Трум-трик, поймал. Тяни, тяни, дорогая, у тебя получается. Упс, так это не мое. Как хорошо. А ты откуда взялся? Ты что, упал с небес? Ангел! Упала тут, скорее всего, ты. Отойди, окей. Недотрога, значит. Ну ладно, мне такое нравится. А мне нет, я вернусь в аквариум. Куда он делся?
Барби! Так щекотно. Малышка, теперь у тебя совершенно чистое лицо. Ты отлично справилась, Барби. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, напиши нам комментарий и обязательно жми на колокольчик. Друг, Трум-Трум-Трик тебя обожает.